дома есть кто? Неограниченный доступ к препаратам стимулятора и социальное покрытие имплантов. Больше всего впечатляет то, что 34% работников включены в список. Привет! Время местных новостей. Совсем скоро начнется фестиваль Аратама Мацури. В честь него по улицам Найт-Сити поедут потрясающие многоэтажные телеги Даши. Программа фестиваля также включает музыкальные выступления виртуозов, играющих на биве, и представление традиционных театров НО. Спонсором фестиваля является корпорация «Арасай». И, что не может не удивлять, сама Танака Арасай сообщила, что лично примет участие в параде Даши. Хочу от имени WNS пожелать вам веселого и мирного праздника. Повеселись, Найт-Сити. После паузы. Поговорим о чем? В отчете. Поедем к сеньору Вектору. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Или меня глюч? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично. Один на один. Так что сам понимаешь. Все теперь зависит от тебя, Эссе. Ладно, договорись с ним. Послушай, что ему надо. Дек, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сам знаешь, я ничего не имею против Падре и Вакако, но... Декстер, это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Нет, если честно. Все как всегда. Приходишь ты на чужую территорию, местный фиксер сразу показывает, чей хуй длиннее, но улыбается тебе и обещает кучу денег и заказов. Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке. Официант, который принесет ему на блюдечке большой кусок от клиентского пирога. Конечно, вы ходите вместе выпить, но бизнес есть бизнес. Gracias, adiós. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо. Мило с твоей стороны. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали.
Не, а? Я ж только поел. Я так и так собирался к Вику. У меня свидание с Мисти. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую Декс нам приготовил. Привет, Ви. Доктор Вектор тебя ждет. Я тут пока посижу. Нам с Мисти надо поболтать. Вики, привет! Как твои риперские дела? Рад тебя видеть. Привет. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? Да на задании тут подключился к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепил. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну а как ты вообще? Как дела? Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. А, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Не нуди, Вик. Я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Я не хочу ждать весь день. Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Я не хочу ждать весь день.
Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну а что? Мы себя тоже не на помойке нашли. Я сказал, что заплачу, но на такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулся живым и здоровым. И с деньгами. Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну а что? Мы себя тоже не на помойке нашли. Я сказал, что заплачу. Да ладно, придумай. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой.
Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних лиц. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готов. Вырезай. Отлично. Можем работать. Давай клади свою руку, игрок высшей лиги. Вот так. Молодец. Ну что, сейчас обезболим и нужно резать. Чувствуешь что-нибудь? Сейчас будет темно, не пугайся. Ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Поначалу может быть неудобно, но там, знаешь, помехи, туман или там размытость. Ну, как тебе? Все в порядке? Ви? Я не хочу ждать весь день. Да, я не хочу ждать весь день. Супер. Теперь сканер. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получится. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должен увидеть счетчик патронов и новую мушку.
Там еще этот нейровирус. С последней работы. Проверишь? Я уже проверил. И удалил, когда ставил тебе имплант. Заодно слегка почистил твой софт. Считай, официальная проверка антивирусом. Черт, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу и еще два через час. И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланта. Спасибо еще раз, Вик. Я у тебя в долгу. Дима, покажи там всем. Только старика не забывай, когда выйдешь на свою высшую лигу. Сердечная чакра немного в дисбалансе. Я ее гармонизирую, но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще... Ви, тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах, около Грамши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Кионда! Слушай, а ты хорошо знаешь Бак? Мамить-то на меня запала, точно тебе говорю. Ну, вообще, она не из тех, с кем можно запросто пойти пивка попить. Вряд ли она способна на кого-то запасть. Не такой она человек. Ну-ну. Слушай, а ты хорошо знаешь Бак? Мамить-то на меня запала, точно тебе говорю. Ну, вообще, она не из тех, с кем можно запросто пойти пивка попить. Вряд ли она способна на кого-то запасть. Не такой она человек. Ну-ну. Эй, долго тебя ждать? Слушай, а ты хорошо знаешь Бак? Мамить-то на меня запала, точно тебе говорю. Ну, вообще, она не из тех, с кем можно запросто пойти пивка попить. Вряд ли она способна на кого-то запасть. Не такой она человек. Ну-ну. Алло. Ладно, до скорого. Привет. Хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит, но мне кажется, что экспериментальная терапия – это лучше, чем пуля в башке. Ладно, пора. Созвонимся. Так, я слушаю. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать.
Попробуй просто вырубить психа, я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно? Вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать? Камеры окружают нас везде! Они есть и внутри вас! Наши радости, горести, вся наша жизнь! Спектакль для наблюдателей! Йоу, мистер Ви. Рад встрече. Декстер Дешон. Собственной персоной. Езжай. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до 30? Мне важна победа, а не участие. Цена не главное. Классика. Есть еще молодежь, которая любит рисковать. Уважаю. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Ну и что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Корпораты те же мусорщики.
О, ты настроен серьезно. Чувствую, это станет началом прекрасной дружбы, подкрепленной большими деньгами. Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает, хочет увидеть исполнителя. Так, а что за дело надо уладить с Мальстремом? Вставляй щепку. Классическая история. 2 недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстремовцы. Среди этой техники был Болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрему. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрема главарем. Мы ударили по рукам, а через 3 дня его сместил ближайший друг и сподвижник Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мередит Стаут из Мелитеха. А кто эта мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая, спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? До скорого. Джеки, я поговорил с Дексом. Большой человек во всех смыслах, скажи. Он типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, профи умеют разгребать говно за Мальстремом и Мелитехом. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрем его украл, а Декс купил, но не получил, потому что у них сменилось руководство. Слышал. Ройс устроил Брику дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган.
пугаешь, Ви. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А так что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин, барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстрёмовцев или с Паркер? Думаю, сначала постучимся к мальстрёму. Ногой. Орле, тогда я поеду к Whole Foods и посмотрю, что там почем. Hasta luego. Дело идет. Я от Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Ты Ви, да? Она просила отдать тебе демона. Должен работать на всех деках третьего поколения. Окей, лишний демон точно не помешает. Можешь его проверить. У меня есть точка доступа. Если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или подпрограмму. Я бы попробовала на твоем месте. Есть что крутое на продажу? Да, если тебе это по карману. Это что получается? Каждый встречный может сюда завалиться и купить какой-нибудь мегавирус? Почему не каждый? Официально мы просто чиним кибердеки. Но если ты придешь...
Вот и ты. Рассказывай, что нарыл. Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Их оле. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Думаю, по-хорошему не получится. Это ж мальстрём. У банд правила простые. Кто сильнее, тот и прав. Или ты всех ебешь, или ебут тебя. Ну что, хромовый ад? Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. Как назло. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Вот возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадре. И честь для них тоже кое-что значит. Ты знаешь, чего им надо, как они живут и что их может выбесить. А вот с мальстрёмом... Хуй просышь. Звони, пусть открывают. Давай, не тяни кота. Я вас не знаю. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Да, уютно тут. Пару фикусов бы еще. Они хорошо подготовились. Уёбки, блять. Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Слышал про их шефа Ройса? Декс о нем говорил. Назвал его особенным. Muchas minas, Холмс. В центре города. Эти ебланы думают, у нас тут война? Чё-то как-то стрёмно, Джек. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Со вкусом. Ходи влев, ты баран. Спокойно. Они нас просто пугают. Залупайся. Мы на их территории. Чего вам надо? У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Нет. Будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. На диван, бля, быром. Чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе чё, непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз не сделал. Господи, Джек, ты чего? Примерито?
Мне не нравится его тон. Секунду. Сидя, намного сложнее увернуться. Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз не сделал. Джек, просто сядь. Это плохо кончится, но... Сука. Ну, заебись. Чё такой хмурый? Улыбнись. Дунь. Полегче. А вот теперь поговорим. Вот он, Болт. Модель НТ-0-Д-1-2. Дай заценить. Да пожалуйста. Хитро выебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер Ворон. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, что будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку... Да, можно и блевануть. Ну как тебе? Ладно, сойдет. Ха! Гляди, сука, какой привередливый. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Я кому говорю? Нахуй Брика. Давай договоримся заново. Отличный подход к делу, я считаю. Условия простые. Нужен болт. Показывай эти. Ты что, оглох? Я кому говорю? Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блять! Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон! Жирдяй, который наебал половину Пасифики! Он до сих пор жив! Теперь подумаешь над моим предложением? Я ебал отстрелю! Его берем. Очень хорошо. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик! Ну и где ты? Да брось. Нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, а что нельзя. Скажи заплатить два раза, заплатишь два раза. Условия простые, но... Вы уже один раз получили... Скид? Ты... Меня прислал... Декст! Жив. Еще тебя переживет. Просил передать привет. Теперь подумаешь над моим предложением? Пока. Пронеслась, родимая! Bueno, ¿qué chingados estás esperando? ¡Muerte, cabrón! ¡Сука!
закончились. Мерда! Нас отрезало! Забирай боты и контроллер. Только побыстрее! Надо понять, как отсюда выбраться. Наши и боты-контроллер. Пошли. Чем быстрее, тем лучше. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух. Фу, блядь, ебаное мясо. А, сейчас весь провоняю. Это ж конвейер. Вообще, я думал, ты любишь мясо. Бля, точно нет другого пути. Ах, круто, работает. Пошли. Аманос. Все наше. И боты-контроллер. Пошли. Чем быстрее, тем лучше. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух.
ебаное мясо! Сейчас весь провоняю! Это ж конвейер. Вообще, я думал, ты любишь мясо. Блин, точно нет другого пути. Круто, работает. Пошли. Аманос!
детонатор. Эй, тут камеры. Покажу на позицию!